Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы всадники Олуха. Так, пятый день, 37,5 миллиона рыбы мы забрали. Так, с рыбой у нас проблемы, шелкопряд, фигня, это нам не нужно. Так, ну что, родной? Да, ты получил у меня 98 уровень, красотулька ты моя. Здесь, 15 рун, неплохенькая. Так, водорез вперед из песней, это мало. Ну что это, ну, иди ты, барс. Козе в трещину. Но это не дело, ребят. Что он мне принес? Какие-то гроши. Вот здесь вот, да, здесь надо поднимать уровень. И сразу же мы его отправляем. Никуда мы его не отправляем, потому что у нас не хватает древесины. Так, древесины не хватает. Сейчас, подожди, ребят, сейчас все посмотрим. Так, здесь отказываемся от выгодного. Так, это забираем. Подожди секунду. Не лезь, как говорится, под руку. Сейчас сам разберусь. Так, все, ребят, все, 49 уровень он получил. Что? Подожди, он получил, ребят, я должен... Подожди секундочку, ну ведь задание же как звучало? Так, поручить кипятильнику еще добыть... Ему еще добыть рыбу надо. Ну и где этот кипятильник? Вот он, обычный, да? Подожди, какой поиск, блин? Так, слушай, кипятильник, ты меня не раздражай лучше, а? Я же... Так, гаденыш маленький. Так, подожди секунду. Мне нужно место для того, чтобы этого кипятильника, друзья мои, поставить. Так? Так, перешкуру мы отправим, пока пускай там танцует. Этого за рыбой. Этот пока постоит здесь. Этого за древесиной. Так, с этого за рыбой. Этого за деревом. Этого за рыбой. Так, за древесиной. За рыбой. За древесиной, за рыбой. За рыбой. Так, громилюдик, родной. Ну, подожди, пока я тебя трогать не буду. Так, кипятильник, блин. Ну что, вот это, ребята, убрать? Ну, давай в сокровищницу уберу, фиг с ним. Вот сюда поместится, как думаешь, кипятильник? Так, это тоже я уберу в сокровищницу. Так, а вот это вот я попробую. Блин. Ну откуда вот мне. Куда вот мне ее поставить? А? Сюда влезет? Нет, не влезет, блин. Тогда мы ее тоже в сокровищницу берем. Да, в сокровищницу убираем. Так, ну что, у нас вот тут появилось место. Так, стоп. Ой, голова садовая. Так, а что у нас тут 9 событий? Каких 9 событий? Вы что? Хитрый против стремительных, я вижу, да. Что вы мне пугаете? 9 событий. Так, мы убрали. Мы его убрали в сокровищницу. Я просто не могу, не помню, как драконов-то выставлять. Мы, наверное, идем. Подожди, нам надо не сюда. Нам надо... Черт, прикинь, у меня из головы улетело. Куда нам надо? Что нам надо, чтобы дракона-то поставить? На место этого. Ну, вместо того, что... Ну, место мы освободили, мне нужно теперь поставить, например, туда кипятильника, да? Ну, грубо говоря. Это мне нужно заходить, наверное, все-таки на склад. Так, сейчас все, всех отправил. Это мне надо все-таки, наверное, заходить, друзья мои, вот сюда. Открывать ангар. Искать, блин, этого кипятильника. Не надо по редкости. Давай, блин, не по уровню. Он обычный, да? Он обычный у нас. Кипятильник. Он должен быть... Да в плане. Необычный, что ли, он идет? Погоди.
Погоди. Так, закрой вот это вот все. Не нервируй меня. Так, это я заберу сейчас. Что, они мне хотят сказать, что у меня кипятильника, что ли, нету? Да ну, брось ты нафиг, как нету. Сейчас, подожди секундочку. Сейчас мы зайдем с тобой вот сюда, вот. 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 Повысить уровень кипятильника до 48 уровня, ну. Что они мне втирают здесь? Вот он кипятильник, блин. Он обычный. Разместить. Вот сюда мы его поставим. Блин, теперь мы его в титан. Пока он там не натренируется, мы ничего сделать не сможем. Понятно. Так, кревец, шипорез, экзотический шепот. Так, а кто там у нас? Лаварык. Необычный. Угу. Ну, необычно это, ребята, хорошо, потому что он стоит, по-моему, прилично. Так, 156 дерева. Так, ну что, давай посмотрим. Да я больше уверен, ребята, либо вот это яйцо выпадет, либо вот это вот. Вот, наверное, скорее всего, вот это вот. Надо же. Так, ну что это у нас, скользкопев или кто там, я уже забыл. А, дрожжезуб. Да, это дрожжезуб, ребят. Хорошо. Так, ну что, с вашего позволения, я его еще разочек отправлю в приключение. За... Да пускай он летит на остров целителей. Там, я не знаю, исцеляет кого-нибудь. Так, сколько? 4500. Давай, шурши. Ну, наверное, тут все у нас получается. Я имею в виду, всех отправил, всех приютил. Всех обогрел. Этого отправляем. Этого тоже отправляем. Ну, получается, что... А! Основа основ-то. Ну, тут всем понятно, что выпадет тусклый янтарь. Хотя может выпасть руна, ребята. В тот раз, помнишь, я тоже говорил, тусклый янтарь, а выпала руна. Вопреки всему. Так, ну что, давай лети тогда в приключение Драконий край. Так, барсик. Но здесь, наверное, все-таки выпадут руны. Но обязательно то количество, которое будет маленьким. Угу. 12 рун. Ну, в приключение лети, давай дальше. Так, кривоклык. Что у тебя там? Слушай, а нам же кривоклыка-то качать надо, насколько я помню. Он же готов, он созрел на уровень же, на повышение, ребят. Мы просто все время об этом забываем. Блин, и стоит-то он так недешево. Если честно. Совсем недешево. Но, по крайней мере, есть смысл в него укладываться, потому что он дает нам... Он дает нам возможность его повысить по уровню. Но пока я его, естественно, отправляю в приключение. Так, пускай летит. Ну, тут вроде бы как все. Так, это у нас на максималке на пределе.
Ну что, родной, куда тебя отправить-то, даже не знаю. Там на задание-то никакого нету. Там есть, но, по-моему, мы не дозрели. Поискать рыбье. А, не рыбье хвост, а резьба хвоста. Вот. Ну да. Поиск нужен 103 уровень. Требуется уровень 101. В плане, чтобы вот этого охламона нужен уровень 101? Серьезно? Нет, придется нам тогда с тобой без зубики. Ну, лететь в приключения просто. Просто в приключения. У нас только одно, ребята, оно доступно, поэтому все, он полетел. Так, ну и мы переходим с тобой к событиям. Значит так, события на одну заходку, вы сказали, да? Хитрые против стремительных. Сейчас мы посмотрим, что там за награды. Слушай, ну в принципе неплохие награды. Угу. Так, это же набор плеваки, насколько я помню. Ладно, ребят. Набор плеваки, он в основном дает ресурсы. Он в основном дает ресурсы. Дракона там практически нереально выудить. Поэтому... обольщаться не будем. Но то, что событие на одну заходку, это уже приятно, конечно. То есть мы его сейчас с тобой пройдем, как говорится, и душа моя будет спокойна. Так, влупил, да, все-таки засранец мелкий. И понизил еще и... как ты видишь, атаку. Он повысил еще и атаку. Понизил, точнее. До этого понятно, что распишем. Так, с последней волны, кто у нас там? Ну, начнем с Пристиголового. Этот пускай пока там дуркует, стоит. Хотя мне его проще было бы, конечно, размочить. Да ладно, не добил чуть-чуть. Чуть-чуть буквально, ребят, не добил. Ладно, не страшно. Так, сюда, через отхил. И добиваем. Отлично. Ну-ка, покажи мне. Опа. Шикарно. Ребят, необычный пак забрали мы с тобой. Плюс загадочный пак. Так, окей. Давай, давай, давай. Копилочку мне. Так, ну что, пошли. После этого получаем пак с тобой плеваки. А потом будут два мини-босса у нас, да? Кто там? Так, ага. Ага. Слушай, ну это стремительные, ребята. Стремительных мы вообще обожаем разносить. Все потому, что у нас с тобой идет повышенная атака именно по стремительным. То есть наши хитрецы, они имеют хороший, как говорится, потенциал именно в плане атаки по вот этим вот хлопчикам, так скажем. Поэтому мы их разнесем в мгновение ока. Бамс, и нету. Так, и последняя волна у нас. Два острокрылых змеевика здесь сидят, ждут. Ждут у моря погоды. Ну ладно, мы сделаем так, через отхильчик. Ать, не добил опять малька. А мог бы, при желании. Так, что дальше? Да хорош-то уже. Пыхтит он мне там. Этого добьем. И... но этого не добьет. Да, единственный кривоклык, ребята, он идет из категории бойцов. И, сам понимаешь, мало наносит урона. Так, еще одно колесо. Бойцы у нас наносят хорошо урона стражам. Это да, это они могут. По остальным, к сожалению, слабенько бьют. Так, ну что, забираем с тобой пак плеваки. И двигаемся дальше. У нас тут всего лишь остаются, ребята... три поединка. Не больше, не меньше. Единственное, что у нас куда-то звук с тобой пропал. И, по-моему, звук музыки тоже уже пропал. А звуки ударов пропали, интересно, или нет? Нет, звуки ударов пока не пропали. Но это, ребята, временный эффект. Обязательно пропадет, поверь мне. Так, слушай, кривоклыку-то уже что-то так досталось хорошо, посмотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Промахнулся. Это славно, ребят, что он промахнулся. Так, иди ты в пень. Делаем сюда. Делаем сюда. Ах ты, добить не сможем. Сейчас его уход. Давай там не бормочи.
Готов. Так, и на второй... Ой, на второй волне их уже трое. Но, ребята, вот этого будем бомбить. Все шепоты, которые есть, шепот смерти или сородичи их, они, ребят, самые такие пакостные. А у них очень сильная ульта. Так, ну давай, наверное, через отхил. Но он же не добьет его. По идее, когда мы с тобой вот отправляемся на это событие, нам нужно кривоклыка, ну, по большому счету, убирать. Почему, ребят? Ну, потому что он в этой... Он в этой каше, ну, не смотрится совсем. Совсем не смотрится, друзья. Здесь куда лучше бы смотрелся какой-нибудь из хитрецов, но никак не воин. Так, ну что, добиваем. Крутим колесо и смотрим, что нам тут. Прилив сил. Ну, прилив сил это тоже хорошо. Так, и забираем с тобой ареновский пак. А, он сразу открывается. Костолом, громоль, кривец, шторморез, шепот смерти, громорок, рыцарь смерти. Я понял. Так, ребят, с вашего позволения я открою, наверное, эти паки сразу же. Так. Ага. Острокоготь, что ли? А, точно. Подожди, зачем разместить? Да, разместить. Так, еще тут заберем. Так, острокоготь получили. Здесь, ну, здесь, ребята, монета Удина. Шторморез, престиголов, ужасное чудовище. Так, что тут? Криволап. Обычный. Ну, такой себе, да, ребят? Криволап обычный. Так, и набор плеваки. Я говорил, ребят, только ресурсы здесь в основном будут, поэтому рассчитывать там на что-то супер-пупер грандиозно даже не следовало и не стоило. Так, родной, ты что-то засиделся, иди-ка лети за железом. Так, а ты что загрустил, непонятно. Тут-то как? На обмен, на один, ребята, обменчик мы накопили. Ну что, последний, друзья, у нас на сегодня поединок сейчас будет. Так, нет, вру. Это предпоследний. Последний будет с боссом, а у нас сейчас идет предбосс. И посмотрим. Такс, блин, плохо, конечно, что. Ну, поехали. Так, а звуки все равно, ребята, не вернулись, да, я смотрю. Одного попробуем вынести, но не, они сейчас втроем будут ходить. Ё-моё. Так, один промахнулся, шикарно. Так, ну этого мы зачикаем. Так, этого зачикали. Поехали, сюда-сюда. Такс. Сейчас кто-то сделает суперудар, да? Не очень. Мне вот это нравится, ребята. Ой, как не нравится мне. Так, хилимся. Хильнулись. Воу. Так, слушай, нифига он, ребята, бомба. Ты видел, как он вжарил? Оу, я даже... Это для меня неожиданно было, если честно, ребят. Но потому что это кривоклык. Это воин, ребят, еще раз говорю, что он... Он слаб против хитрецов. Если посмотреть по шкале, ребята, вот смотрите, видите, шкала. Все, вот он сильнее нас. То есть мы получаем урон намного. Вот, видишь, стрелочка зеленая. Намного больше урона, а он дает им малюсенький урон. Так что вот так вот. Ну, я не знаю, наверное, мы потеряем с тобой барсика тут. Я, конечно, хотел бы, но этот сейчас, ну, понятно. Да, хилять надо. Нам надо хилять. Так, дымодышащего сейчас попробуем в первую очередь разбомбить. Ну-ка. Ну да, сдуем мы его. И остается у нас вот этот тут мини-босс. Но на боссе, ребят, такая фишка не прокатит, если честно. Да куда ты? Я хотел, блин, понижение. Блин,
Я, ребят, специально выбрал понижение брони. Нафиг он его просто кусанул-то. Твою налево, блин. Ну вообще, а. Давай, 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 дожаривай его. Все. Ну что, поехали. Посмотрим, что нам тут выдадут. Выдают нам с тобой рыбу. Окей. Ну что, друзья, переходим на последний поединок. На последний поединок. Ага. Это мини-босс будет? Да, ребята, это мини-босс. Блин, музыка исчезла, барабаны перестали бить. Этот мне пока не страшен. Меня вот этот больше интересует. Да-да, ребята, именно сородич шепота. Блин, и он ему по 3 энергии выдает, да? Он... А, нет, он не выдает, ребята, ему по 3 энергии, потому что он использовал суператаку. Вот этот громорок. Этот еще и промахивается. Этот что? Вынюхивает, вынюхивает. Здравствуйте, приехали. Понижение атаки. Двоим сделали понижение атаки. В плане... Я вот сейчас чуть было не напухнулся, ребята. Я хотел уже атаковать вот этого, но потом... Блин, я забыл поменять. Кривоклык, ну вот... Ну серьезно, ну это вообще это здесь как-то вот... Ну, не в тему он, ребят. Ну не в тему он в нашей вот этой вот катке. Вообще не в тему. Он здесь неуместен. Ну он сейчас звездюлей столько наполучает, что мама не горюй. Тут попомни мои слова. Если он здесь выживет в этой игре, это будет просто какое-то чудо. Так, хильнули, бомбанули и добиваем, ребят. Так, последняя волна. У нас здесь... Блин, противная штука, конечно, кревет. Это же... Я не помню, ребята, это... Электрический кревет или нет? Вот серьезно говорю, я не помню. По-моему... По-моему, нет. Или да? Но не морозный же, да? Электрический все-таки, ребят. Все-таки электрический. И смотри, смотри, опять же, понижение атаки всем сделали, а? Я добью этого. Сделаю удар сюда. Оу. Слушай, а вот хорошо, ребят. Ну что же, он остается один. У него энергия... Как тебе такой расклад? А? Ты видал, что он сделал? Офигенно просто. Просто взял и прописал звездюлю. А вот теперь нам надо как-то... Как-то надо нам успевать его бомбить, ребят. Иначе будет ого-го. Так, я, наверное, через отхил сейчас попробую. Надо хильнуть, чтобы барсик у меня не отдуплился. Вот на этом ходу. О, да, ребят. Событие пройдено. Ну что, крутим колесо и заберем с тобой сейчас еще 100 наших рун. Уж лишними они-то не будут точно. Да хорош ты уже. Давай, забирай. Забирай, забирай, забирай. И даже не морщись. Прекрасно. Все, ребята. В следующей серии я пойду, ребят, набивать паки вождя. Так что смотреть следующую серию, в принципе, наверное, не обязательно вам. Там будет по стандарту. Все по стандарту. Буду бомбить, буду набивать, буду открывать. Так, кого-то хочется вот прокачать чуть-чуть. Вот кого только, я не знаю. Кто у нас такой хорошенький? Дрожжезуб. Кстати, Дрожжезуб, он... Пускай летит, обучается. Чего тут стоит? То же самое и Огнепёк. То же самое и Огнепёк. Так, Клыка Крив. Слушай, ну в свое время... Да, Клыкокрива, кстати, тоже, ребят, надо прокачать. Все-таки чай не нуб. 97 уровень уже все-таки, ребят. Так что... Косолом Дикарь эксклюзив. Такой себе. Это у нас Камнелот. Слушай, а мы с тобой видели на Пободоме такой легендарный, да? Помнишь, я тебе говорил, типа как жук, только там легендарный был. Я уже не помню, как его там величать. Вот Страхокол тут у нас тоже стоит.
стоит и ушами шевелит. Так, ну что, друзья мои, все, да, получается, мы все сделали, всех отправили, всех погладили, всех посмотрели. Единственное, что листочки вот. Или что там у нас, я уже не помню. Фонарик, какой листочек? Фонарик, конечно же. Все. Ну что, дорогие друзья, ну а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.